Всем привет, с вами Марина. Сегодня хочу рассказать вам о кроватке-раскладушке Джуви Фукот. Сейчас в преддверии периода отпусков, лето, хорошей погоды, пикников. Вот как раз, думаю, пригодится такая прекрасная вещь. Она очень легко раскладывается, вы просто ее раздвигаете в разные стороны, у вас уже она готова к использованию. Для того, чтобы у вас ребенок не мог ее самостоятельно сложить, вот здесь вот есть специальный фиксатор. Вы вот так вот защелкиваете, и у вас кроватка уже не сложится под весом ребенка. Очень хороший размер, 1,20 м длина, 63 ширина, высота от пола 26 сантиметров. Выдерживает нагрузку до 35 килограмм. Также в комплекте у нас здесь есть вот такая замечательная простынь, хлопковая. То есть ребенок у вас всегда будет лежать на чистеньком. Вы ее сможете стирать. Вот так это будет выглядеть. Очень приятная ткань. Плотный-плотный трикотаж хлопковый. Легкая в уходе. Вы ее в любой момент сняли, постирали, и всегда у вас детская вот эта вот мобильная кроватка будет содержаться в чистоте. Также здесь вот по бокам есть такие вот замечательные два карманчика, куда ваш ребеночек может положить игрушки, там поставить себе что-нибудь, вроде бутылочки с водичкой, если он у вас привык пить часто. Складывается также легко и компактно. Она вообще сама по себе очень легкая, всего 3 килограмма весит. Вы снимаете вот этот фиксатор. И дальше делаете одно единственное движение, вот так. Все, она у вас уже сложилась. И теперь вы можете убрать ее в специальную сумку, в которой она, в принципе, вот в комплекте. Вот так все это легко и быстро делается. Сумочка имеет ремешок, и вы можете ее носить вот так на плече. Так что если вот часто вы посещаете с ребенком какие-то пикники, ездите на дачу, очень много времени проводите в гостиницах, как раз вот для таких родителей, я считаю, вещь незаменимая. Обратите внимание вот на такую прекрасную детскую раскладушечку. Детям она очень нравится. У меня ребенок таскает ее везде за собой. Во всех комнатах у него своя собственная получается кроватка, так что это очень здорово. Надеюсь, что моя информация кому-то поможет. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. Удачи!